До своего рабочего места депутат Александр Якушин любит добираться пешком. Прогулка на свежем воздухе – отличная возможность пообщаться с жителями. Когда люди обращаются в неформальной обстановке, то вникаешь в проблему быстро и без бумаг. Прямой диалог с избирателями – именно такой подход за годы работы в Совете депутатов городского округа позволил Александру Якушину завоевать доверие химчан. Недавно к депутату обратились жители дома по улице Мельникова. В их подъезде то и дело ломался лифт. Я им сказал, руководителям, я живу рядом, и я буду каждое утро приезжать, утро и вечер, рабочий день, начинать со осмотра этих лифтов. И я подходил к дому, меня уже стали узнавать на второй-третий день, ну, утром, вот, хотя там кодовый замок, я одет, я представлялся, но узнавать, и мы добились очень быстро. Я им сказал, я не слезу с вас. Но это такие примеры, когда бывают вот трудности, они ссылаются на какие-то технические проблемы. Нет никаких проблем, нужна добрая воля. За 5 лет на посту депутата Александр Якушин добился серьезных изменений в облике любимого города. В Химках отремонтировали более 600 многоквартирных домов, благоустроили 300 придомовых территорий и 82 тысячи квадратных метров дорог. Очень сложно. В каждом дворе нужно сделать ремонт, потому что это связано с жителями. Они это видят, они просят, и они вправе требовать от администрации, от совета депутатов, чтобы жизнь их была в этом плане комфортной. Но самая большая гордость – 17 именных парков. В их благоустройстве Александр Якушин принимал непосредственное участие. Наш парк Толстого позапрошлом году занял первое место среди парков в Московской области. А это труд, огромный труд. В качестве депутата городского совета Александр Якушин регулярно встречается с жителями. На одной из таких встреч люди попросили обратить внимание на тротуар, который давно пришел в негодность. Плитка разрушилась и превратилась в груду щебня. Люди попросили сменить ее на асфальт. 450 метров квадратных сделано с высоким качеством. Я сказал, давайте спросим граждан, как они относятся к этому, к этим работам, к качеству работы, довольны ли. Все граждане благодарили администрацию за то, что переложили. Меньше говорить и больше делать – это принцип Александра Якушина. Он уверен, что объединив усилия, можно сделать жизнь горожан комфортнее, а родные Химки развивать как красивый и удобный город. Вот стиль работы – слушать граждан, внимательно реагировать на их обращения.